Так, время 16 часов 23 минуты. Видеозапись возобновлена. Оказывается ли какое-либо давление на вас? Велись ли разговоры о ваших действиях? Давление не оказывалось. Нет. Поясните, куда мы прибыли? Место преступления. Поясните, как вы сюда попали, откуда пришли? Когда это было вообще? Пришел с стороны, когда компания пришел. Вообще в этом районе как вы оказались? Работаю в Цепелях. А где находятся Цепели? В той стороне. Так. Направление Кирова, Кожугова. Там, да? Так. А когда все это происходило? Какого числа? 12.07. Вообще у нас время какое? 20.30. Так. Значит, вы откуда пришли еще раз? Кожугова. Кем вы были? Еще раз фамилию, с кем были? С Новоселовым. Так, давайте проследуем к магазину. Впереди следует подозреваемый, остальные следуют за ним. Специалист может стоять в любом месте. Поясните, вы с какой целью в магазин пришли? За пивом. Угу. Ну, скажите, куда вы проходили, что там было? Да, да. Проследуйте. С Новоселовым. Так. Покупали вы пиво здесь? А, нет, это был второй раз. Первый раз она продала, да, пиво. Мы вышли на крыльцо. Какого пива покупали? В бутылках. Жигулевское. Вы в каком состоянии уже в тот момент находились? Пьяный, выпивший. Пьяный. Сколько выпили в то время? Довольно много. Но происходящее помните? Да. Так, ну что дальше рассказывать? Дальше мы вышли, потом я вернулся, буквально спустя 5 минут. Для чего? Чтобы еще купить пиво. Так. Подучиться. Новоселов где находился? На улице, на дороге. Так. Подучиться мне отказала, мы с ним поругались. Вы когда сюда зашли, подучиться где находилась? Здесь. Так. Дальше рассказывайте. Дальше она мне отказала продать пиво, мы с ней поругались. Она меня оскорбила, и мы поругались с ней очень сильно. Так. А где ругались? Здесь. А продавщицу можете описать? Кто это? Пожилая женщина, не помню больше. Рост какой примерно? Невысокая. Дальше что происходило? Дальше я пошел за ней туда. Ну, скажите, куда последовали? Пройдите. Здесь я ее уронил. Так, подождите, все пройдут. Где уронил? Здесь. Пройдите туда. Каким образом уронили? Толкнул. Как она упала? На манекене, покажите, какое место примерно она упала. Вот.
какой бок? На левый. Сейчас направо можешь. На левый. Лицом куда получается? Сюда. На левом, да. И дальше что происходило? Дальше я схватил за шею. Показывайте на манекене. И стал душить. Так, специалисты, снимите поближе. Пойдите, зафиксируйте. То есть правой рукой вы как обхватили шею? Вот только. Сзади, да? Да. А левой рукой что вы делали? Закрывал рот. Чем? Рукой. Ну как ими? Кулаком что ли? Нет. Каким образом, да? Она кричала при этом? Она не могла кричать. Почему? Потому что рот был закрыт. А какое-то сопротивление оказывало? Да. Какое? Дергался. А чем можете объяснить вот то, что бутылки упали с пола? Я не знаю, может, витрину может задели. Кто задел? Витрину может задели любой. Как долго вы сдавливали шею? Дело в 2 минут. И в какой момент прекратили сдавливать? Когда понял, что он не дышит. А с какой силой вы сдавливали шею? С довольно сильной. А помните, что на ней было одето? Нет. А у вас что было в этот момент одето? Были шорты черные. И футболка с длинным рукавом полосатая. Кровь была ли у потерпевшей? Да, что-то либо изо рта, либо из носа, не могу вспомнить. На вас не попадала эта кровь? Попала на футболку. Так, пока вы здесь находились с потерпевшей, Новоселов где находился? На дороге. Но я его не в моем поле зрения был. То есть вы в связи с чем убили потерпевшую? Из-за конфликта, за то, что не продала пиво. Так, дальше что происходило? Дальше, когда она перестала дышать, я решил уйти, но увидел кассу открытую. Еще вот вернемся, вы в каком положении ее оставили после того, как она перестала двигаться? Можете манекен разместить примерно, где он находился и как лежал? Хотя бы ногами куда был направлен? Туда. К выходу. А лежал на спине, на животе? Помог на спине. Так, хорошо, продолжение. Дальше какие ваши действия были? Дальше я собрался выходить, когда услышал. А, нет, дальше я пошел, закрыл дверь входную. Вернулся, увидел кассу, ну, открыто. Ну, вернее, когда увидел кассу открытую, сходил, закрыл дверь, взял деньги отсюда и отсюда. Сколько было денег в кассе? Точно не могу указать, в пределах 15 тысяч. Какими купюрами? По 1000, по 500, по 100, по 50 и по 10. А в кассе где именно лежали деньги? По-моему, здесь. Так, а еще где-то куда вы говорите взяли? Отсюда. Заснимите поближе. То есть это металлический ящик? Да. Он открыт был или закрыт? Открыт, ну приоткрыт. В нем сколько денег находилось? Я общую сумму вообще не помню. Но там тоже были по 1000, по 500. Деньги вы куда положили? Я сейчас сжал в рукав, в руку, в кулак. Когда вышел на улицу, положил в карман. Услышал, когда стучаться, вышел через задний ход. А кто стучался? Похоже, покупатель. То есть у вас умысел на хищение денег в какой момент везли? После убийства. Так, укажите, как вы проследовали отсюда из магазина? На карачках. Вот через ход. Пройдите, покажите, какую дверь, как открывали. Она закрыта была, дверь эта где открыла? Она была приоткрыта. Пройдите, укажите. Она была так. А, да. Нет, это была вот так вот. Там была приоткрыта. Ну, пройдите и сейчас покажите, куда вы, в какую сторону уходили. Дверь была так. Уходила вот здесь вот. Убегал здесь вот по этому полю, бегая на дорогу. Как далеко вы ушли по полю на дорогу? Это 200. Да. И дальше? Да.
я вышел на дорогу, окликнул Новоселова. Где он находился? На дороге. Куда дальше поставил? Дальше пошли в сторону пива. Куда вы? Каким образом распорядились похищенными деньгами? По квартире, в цели, в личных нуждах. Конкретно как? На продукты, на такси, на гостиницу. Какой гостиницы вы? Евро-отель. Сколько денег вы потратили? Всю сумму. Все, что было. На Новоселову какую-то часть денег вы передавали? Да. Сколько? Я платил за него. За что? За гостиницу, за еду и за сетево. Так, а можете сказать, как долго вообще в магазине были, сколько времени, как все происходило? Минут 5. Достаточно быстро. Раньше вы знакомы были с этим продавцом, с женщиной? Нет. Впервые видели? Да. Давайте сейчас еще вернемся. Последний раз укажите механизм на камеру зафиксировать, каким образом вы решили. Еще раз зафиксируйте вот руками положение на шее, удерживая. То есть лицом она была обращена к вам, получается, да. Правильно я понял? Да. Правой рукой вы обхватили шею, да. Сзади, да? Да. Левой рукой удерживали за рот. Да. А сжимали правую руку каким образом? В каком направлении? К себе. К себе сжимали, да? Да. Понятно. А она дышала носом до приема? Вы закрывали нос? Ну я, по-моему, уже закрывал левой руку, левой ладошкой и рот, и нос. Надевали таким образом ничего? Да. Так, вопросы есть ли какие-то участники следственности? Значит, проверка показаний проводилась при ясной погоде, смешанном освещении. Значит, сейчас мы проследуем обратно в отдел полиции Орловский, МВД России, Юренский, для просмотра видеозаписи. Время 16 часов 36 минут. Видеозапись приостанавливается.